А теперь обо всем по порядку. Сегодня в областном акимате освободилось кресло руководителя аппарата главы региона. 2 года эту должность занимал 41-летний Канат Сарсимбаев. Теперь он будет трудиться в Министерстве образования и науки страны в должности ответственного секретаря. Глава региона пожелал Сарсимбаеву успехов на новом месте и вручил экс-руководителю аппарата почетную грамоту. Два года, которые я провел в Северном Казахстане, прошли как 2 дня. Бывало нелегко, но мы днем и ночью работали на благо области. Пусть она процветает.